Ат-Чаыш – марафон скачек, где каждый участник может почувствовать себя настоящим кочевником, популярен и сегодня. Уже завтра, в честь празднования независимости и 200-летия Байтык-Батыра, около сотни участников проскачут 31 километр от села Байтык до ущелья Чункурчак. Наша главная цель – развивать национальные конные скачки. Пробег пройдет на дистанции 31 километр в честь 31-й годовщины независимости – 31 августа. Марафон будет нелегким, ведь путь охватывает и скалистые, и горные местности. Но, думаю, самые сильные всадники доберутся до финала. Мы подготовили весьма щедрые призы. Призы и правда заманчивые. Пришедший первым всадник получит квартиру, расположенную недалеко от столицы, а далее денежные призы в размере 500, 300, 200 и сотни тысяч сомов. Игроки, занявшие с 6 по 9 места, получат по 50 тысяч сомов. Таким образом, только 9 участников от Чавыша будут вознаграждены. К такому мероприятию готовятся, само собой, заранее. К примеру, сегодня уже провели регистрацию. Я приехал с Чубского района Иссык-Кульской области специально для того, чтобы принять участие в скачках. Готовились еще с весны и не так давно приняли участие на аналогичном марафоне, где заняли первое место. Я уже 10 лет тренирую к таким забегам. С детства близок к скачкам и поэтому решил заняться этим серьезно. К этому марафону мы готовы. Надеемся прийти одними из первых. Коней мы регулярно тренировали. Думаю, справимся. Возраст участников заезда обозначают не случайно. На этих скачках свои правила. Лошадь или конь должен быть не моложе 3 лет. Всадник должен быть в специальной обуви и, конечно, шлем. Но за всем этим будут следить судьи марафона. Участник должен быть не моложе 16 лет, полностью одет соответствующий конным скачкам и весом в 60 килограммов вместе с седлом. По части обеспечения безопасности мы постарались все предусмотреть. Установили необходимые знаки, будут перекрыты дороги. Сотрудники милиции будут следить за порядком и, конечно, дежурить службы скорой помощи и ветеринары. Желающих много. Только за 3 часа утром зарегистрировалось 35 участников. Национальные конные скачки, посвященные Дню независимости и 200-летию Байтык-Батыра, стартуют в 10 часов утра 31 августа от села Байтык Аламудунского района до ущелья Чункурчак. Общая дистанция – 31 километр. Айзада Урумбаева, Джантай Макенов, «Пирамида».